На металлургическом комбинате работает много интересных и творческих людей. Сегодня героем нашего сюжета стал Равиль Абидов, оператор котельно-конвертерного цеха АО «ArcelorMittal Темиртау». Равиль не только ответственный работник, но и музыкант. Равиль Абидов не случайно связал свою трудовую судьбу с металлургическим комбинатом. На его решение повлиял положительный пример родных. Дедушка Эдуард Сафроненко работал в железнодорожном цехе, а бабушка Валентина Сафроненко – начальник смены в цехе химводоочистки. После окончания политехнического колледжа по специальности теплоэнергетик в 2007 году Равиль устроился на металлургический комбинат АО ArcelorMittal Темиртау оператором котельной конвертерного цеха. Уже после 2 месяцев производственной практики герой нашего сюжета быстро изучил особенности своей профессии и влился в слаженный коллектив. Свои рабочие обязанности Равиль знает настолько, что, по его словам, хоть ночью разбуди, расскажет все наизусть. Его главная задача на рабочем месте – охладить конвертерные газы и правильно распределить их в цех газоочистки. Производство стали, он непосредственно связан с нашим котлом, потому что без нашего оборудования не будет производства стали. То есть все зависит как бы от охлаждения конвертерных газов. И поэтому работа, скажу, нелегкая. Приходится, бывает, работать на все 100, на все 125% и выкладываться на полную мощь. В общем, так. Равиль не только ответственный работник, но и творческая личность. Тяга к музыке у парня появилась еще в детстве. Вместе с любовью к металлургии у Равиля продолжает развиваться большая тяга к творчеству. Он играет на клавишах и сам сочиняет новые музыкальные композиции. Как пообещал Равиль, в нынешнем году он планирует записать 2 песни, посвященные любви. А ко дню металлурга, возможно, и выпустит песню, посвященную любви к раскаленному металлу. Увлечение музыкой у меня с детства, с 4-5 лет. Я и пластинки сколько ломал, и там, в общем, всего столько произошло с аппаратурой музыкальной, что после этого я вот потихонечку стал, уже как повзрослел, я понял, что это мое, я хочу этим заниматься. И вот по сей день я иду вместе по жизни с музыкой. В дальнейшем Равиль планирует развиваться и творчески, и, конечно же, профессионально. Он считает, что это только начало его карьеры на металлургическом комбинате. Впереди еще много нового и интересного.